где-нибудь, блядь, найти какое-нибудь место такое, блядь, где можно, например, обоим там встать. И нахуй оттуда расстрелять сразу все это все. Да зачем нам, блядь, это? Один пока пробегает, полутает. Если у меня получится с печенега всех положить, ой, с этого, я их положу. Ну, там 200 патронов, ёптать. Ну и что, на одного полтинник, блядь, уходит. Посмотрим. Просто нам надо, чтобы мы могли, если что, вдвоем убежать. У меня только адреналин один только есть. Так как я буду агрить, так как у меня я их агрить буду, я просто под адреналином, если, блядь, кто-то еще останется, буду убегать и все. Пошли, блядь, короче, там посмотрим. Давай в ангар заглянем наверху, там тоже бывает рюкзачки тэпаются, блядь, здоровые. Ну давай заглянем. Пистолетом в руке бежишь. Ну да. Ну, блядь, друг сейчас тут зомбело какой. Я ж не буду его, блядь, громко убивать. Да, петух самец, его мясо может немного жестковато. Руки потом помою. Как я его кулаками захреначил, нажал кое-что, чтобы его сделать. На замок надо. А ты какой ангар хочешь? Ангар, где военка, где база находится, там ангар перед ней находится, наверху гора. А, блядь, ну там зомби рядом шарится. Что? Сейчас посмотрим. Зомби, блядь, не помеха, его можешь это, блядь, ножом, блядь, или топором. Я без ножа, без топора. Я кстати, спал. Нож надо приготовить. Он ангар, видишь, наверху. Гараж, а ты не успел. Там бывает, блядь, рюкзак большой лежит. Давай. Без приборов, ведь зря, бля, сейчас вся хуйня затянется, блять, на полчаса, блядь. Оттуда хуй вообще выберите, блядь. Набор электрика лежит. Там наверху три зомбака бегают, ходят, блядь. Да я в обход иду через гору. Блять, разделился, я не знаю. Да в смысле разделился? Вот я наверху возле первой вышки, которая нахожусь. Обычный рабочий процесс, бля. Ты что там бегаешь? Да, я бегаю. Шмотки кидал, может перелутать. Чё, на этой вышке был, чё, нет? Обойма под FX. Так, смотри, я сейчас предлагаю вот эти вот залутать, вот эти вот лутануть. Потом я вот на такую же вышку, которая вон там дальше стоит, забегаю и начинаю их агрить. Я чего, я буду танцевать? Ну, блять, а ты ангары будешь
проверять, там, дальше бегать. Я сейчас сагрю их всех, только главное, чтобы ты нигде не высовывался, не палился. Я сейчас просто посмотрю, там, можно ли как-то встать, блядь, на нее. Как-то все, блядь, не организовано, блядь. Володь, ну я вообще могу тогда один это все сделать. Я не знаю, как мне это еще организовать. Я тебе говорю, я всех сагрю, ты просто будешь бегать, лутать, блядь, казармы. Что еще организовать-то? Я сейчас просто пойму там, куда встать можно. Доктор Таракас, как же Володя боится мутантов, смеющаяся рожица с веселыми глазами. Блять, там очковато, конечно, с мутантами. Третью таблетку сожрал вообще. По барабану, по-моему. С 5, 5 таблеток надо. Примерно 5 таблеток надо. Одни обоймы на палатах, блядь. Я тут вертолет чей-то стоит на базе, сидит. Да и хуй. Я ни одной, блядь, этой. Сука. Стой, там, блядь, по-моему, с той вышки я, с которой хотел, не смогу. А, говорит, надо что-то другое искать. Там встать неудобно будет. Ну, либо я прям на самый верх залезу, короче, этой вышки, все. Которая вон впереди, военная такая. Просто мне с нее стрелять неудобно будет. Так, ты сейчас, Володь, в палатках или где? Не знаю, я вышел. Без понятия, где ты. Да я смотрю, потому откуда начать. Потому что тяжело сам по себе, я буду сам по себе, потому что хуйня получается полная. А чё тебе хуйня? Я сказал, сейчас найду место, начну стрелять. Будешь дальше бегать, лутаться, блядь. Чё хуйня-то, я не понимаю. Я просто ищу, откуда мне удобнее стрелять будет. Есть рыбы ещё, блядь, я лутаюсь. Ну а в эти-то ты хуй залезешь? Донат тут залез. Ой, блядь. Я ж вот здесь могу вот так стоять, и они меня не достанут. Можешь залезть на эту, блядь, на связь, которая, блядь, вышка. Да я нашел уже, куда мне встать. О. Я ж только что здесь был. Все. Я, короче, понял, откуда буду атаковать. Не знаю, где это находится.
доктор Тихо. Меня уже, блядь, сажали. Не чисти сильно-то, не так, блядь, прибегу. Оторвался от него. Блять, еле успел. Особенно, подожди, не стреляй, не стреляй особо. Пускай он, блядь, успокоится и к тебе выбежит. Нормально. Я в доме залез. Я вот у казарму хранил. Правда, мне в жопу это там дышал. Ни хера нету одни обоймы, блядь. Там не прибежал свеженький еще? Сейчас посчитаю. 4. Вроде здесь 13 мутантов у меня. Не знаю, а, нет, 12 у меня. Блять, 11 возле меня будет подходить. Возле меня нету, блядь. Да они у меня все. Одни обоймы, блядь. Лутай, лутай, все, что можно. А ты читаешь? Да. Облутывай просто и все. Облутывай, облутывай. Как закончишь, скажешь, уходишь на берег, я отсюда сигаю. Гаражки лутают, казарм. Угу. Не нравится, сучки. АК-12 нашел. Нормально. Тактическую аптечку нашел. Лутай, лутай. Это в большой казарме уже нашел. Маленьких ничего нет. Я потом все выложу, посмотрим. Блять, тут надо обоймы 3, наверное, на ПКМ-ку, чтобы это... скидать их. Рюкзаки прикольные, это самое, полевой рюкзак медик.
Ну, они нормально стоят, кстати. 60 слотов. Он их кабла 800 берет. Я что, золота, я потом скину все по ней. Так, я бегу в здание двухэтажное. Угу. Второй этаж пошел смотреть на первый. Не, голова у них вообще крепкая, в тело надо ебашить. У них крепкая голова, они могут в тело, только в тело. А, вон еще дядя. Ну я эти шлема не беру на бушку, да, которые валяются. Окей, окей, не надо. Не надо брать, не надо. Я думаю, бестолково. Пушек тут, блядь, только один АК, блядь, пока я нашел. Я на крыше нахожусь. Угу. На крыше ничего нет. А, сейчас в казарму схожу, в те, которые там такие есть. Воздушные. Ну, теновые. Тетрациклин продается. Чё продается? Тетрациклин. Ну, купить тогда, если продается. Это не... Требуется здоровье. Казармы, весь верх обошел. Я не знаю, куда еще идти. Ну если все, тогда отходи. Уже темнеет, потому что. Я ушел, видишь. На безопасное расстояние отходи. Ушел тем же путем, как заходили. Ну я-то буду бежать без остановки 2 минуты. И минуту еще буквально. Давай. А, сейчас будет. Хаммер пробежал, где мы стреляли, ну ты понял. Ты не зомбак, ты зашел там. Короче, вообще оружия нет, блядь, это одна капля. Убиваются, нет, блядь? Нет. Ни одного не убил. Так, ты чё, далеко, нет? Да, можешь валить оттуда. Ты вали оттуда, я уже к этому мосту подвигаю. Да, я валю. Подъезжаю.
сука! Туда не туда. Один залетает, и верхнюю комнату по стенке перерубают. Кидают их вверх, что он там стоит. Веди себя прилично, матом не ругайся, мечами не толкайся, воздух не порти и лайки ставь исправно. Хуярь в воду. Бесполезно сейчас получается или нет? Так почему бесполезно? Их, блядь, 13, там 12 было мутантов. Ну одним пулеметом не убьешь. Обойма, блядь, на обоймы 3 надо, наверное, на них. Пулемета такого. Какие патроны? 38-е? Нет, 7.62. Блядь, один. Два меня преследуют, прикинь, по вдоль берега. Как? По воде. Подальше, подальше, отплыви, подальше. 7.62 на 54 там. Не прикинь, вдоль берега бегут два чудика. Хуёвая была идея в воду, если честно. Поглубже, подальше, то и сам бегут, блядь. Вижу, блядь, да. Охуеть, блядь, прикинь. А я сейчас вдоль берега попытаюсь это до машины доплыть. Сейчас я на берег выберусь. Они вроде там остановились.